Опанское озеро. 4 июля. Наш лагерь пока еще полупустой. Но в скором времени ожидается большой наплыв любителей. Яна нашла здесь себе приятеля Диму. А Дима нашел здесь себе приятельницу Яну. После постночные разборки. У кого в глазу чего застряло и где чего распухло. Мошка нас ела вчера нещадно. Это мясо было причиной моего утреннего беспокойства. Тут кричали чайки. Я боялась, что когда мы встанем, его уже... Где оно? Вот оно. Его уже здесь нет. Ну и есть. Дима, воду не сама. Вот Алёша пришел с добычей. Ну-ка покажите. Яна возвращается с рыбалки. Яна, где твоя рыба? Нет. А где же она? Уплыла. Уплыла. С удочкой, да? Да. Молодец. Клюет? Клюет? Идет активная подготовка к погружению. Да. Я находила на собрании, но ей там не понравилось. Да. И я ходил. А тебе понравилось строиться? Мне, конечно, безумно. Все были удивлены, почему я не принимаю участие. Да, это странно. Что первый странно? Приз ждет тебя, как всегда. В марте была сломана нога, вот в этом месте. Да, да. Поэтому еще не пришел к форму. Да, так все призы были бы твои. Безусловно. Наши. Инак активно отдыхает. Ни дня не без стручки, да, Дина? Это ко мне. Тоже хочет на лодке покатиться. Это Тимир плывет. Дина, а как вашу барышню зовут? Аня. Аня его охраняет. Чтобы далеко не уплыл. Греби, Тимир, греби, греби активнее. О, уже подгребаем, подгребаем. Давай, 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 давай. А ножкам, если помочь. Вот, 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 вот. Догреб. Приз тоже очень хочет запрыгнуть на этот матрасик, но не решает. Эй, Тимир, мимо призика проплываешь. Куда? Куда? Чья? А он Роня. Алёшка, ну удачи тебе. Не волнуйся, будь спокоен. Вот водички вам осталось. Надо будет чай, конечно, сделать, но здесь мало. Наверное, либо воды туда холодные. Здесь минеральные. Нальёт холодный, я вам ещё кидаю. Здесь заряжалка у тебя уже. И печенье. Понял, да? Вот. Ты поплаваешь? Я сейчас одеваюсь, за вами следом. Значит так, если... Я мысль попробую. Если здесь не войну, не разрешат, то здесь, конечно, не поплаваю. Понял, да? Вот здесь лежит желтый, понял? Четверть, ваши, да? А? Thank you.
Яна загорает и смотрит, куда же делось солнышко. Яна смотрит, куда здесь солнце. А ну, кажется, лапочку завязал. Комфортабельный европейский отдых. Ну что, надо идти без пяти. Ты уже отметился или нет еще? Нет, вот идем. Что такое обжим? Обжим — это масло. Это болезнь. Страшная подводная болезнь. Да. Пошли сдавать. Добрый дядя Вова. Молотком по морде хотел дать ему. 27 на плюсок. 54 закончил. 102. 75 закончился на лагере. Давай, Ёлан. 102 килограмма. Там такая большая. 139 закончился. 68. Нет. Вот, вот. 706. Авери закончился соревнование. Номер один, скажи там. Все. Люк, иди. Отбрось сигарету. Поезд защиты. С поясом сразу. Взвешивай с поясом прямо. Да, с поясом ты лучше. Где, мамочка? Где? Конечно, красивее был. Где? Да, поезд надоел. Тут, чтобы я поищу, мы не маму поищем. Пойдем поищем, маму. Да подожди, ты крови напился. Кто не отвечался из спортсменов? Давайте мне маску. Не надо мне маску. Ты красивший. Красивее. Не в красоте, наверное, нет. Что надо считать? А вот там же это первый тоже. Очень приятно. Идет, даже не оборачивается. Фотоаппараты и большой увеличитель. Краток 40. Да куда Вадим-то побежал? Ну встань, встань. Вадим, иди сюда. Вообще костюм-то сухой. Ну, дурак, что ли, воду нет? Установи. До магазина дошел обратно. У меня лупа там в машине лежит. Ну, тут избирательно. Все избирательно. Ну все, аппарат, садись. Ой, Сон, умолю, прям сзади. Гина, а где Саша? Нет, это вообще уже там извращение. Не надо меня засылать, пожалуйста. Я так как жаба выглядела. Вот, смотри на эту вино. Потом приедем в гости, будешь смотреть. Будем смотреть друг на друга. Дима, все, достаточно уже. Ручки помаши. Не вижу. Не вижу, как же. Я вижу,
садим машину. Наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коптильщик. Ну, странно. Положено. А вы рыбу пробовали? Разрешите ходить, что ли, будешь спеть? Зато есть о чем вспомнить. С подносом. И при случае рассказать. Посадить чижик не хотел. Он без клетки улетел. Чижик вы же где ты был? На фонтанке вот купил, выпил рюмку, выпил вес, захорошел, обгал. Понимаю. Не эриксоновская. Понимаю, я говорю, не того этого. Все понятно. Да. У меня все равно прикурю телефон. Нет, надо еще ставить. Не надо? А? Не надо. Почему? Зубатые всегда с собой. А у меня переноска? Ну и другой вопрос. Мало ли, вот так надо будет. Да, подзарядить. Подзарядить. А там дырка есть, когда резиночка. Чтобы надо сам не кушать. Встретим новый год. Ну, сам вот такой двойник. Хороший. Все, не так не наестся. У кастрюли с Витакой Серегой сидит. С мясом. Он не протухнет? Красота. Неправильно, ружье проходи. Вот, и ушами вот так вот. Стой, стреляй. А что ты еще умеешь? Ой, изъевать умею. А что ты еще умеешь? Бета. Что ты еще умеешь? Скромный, стесня. Ой, это ты уже показывала. А я что-нибудь? Больше ничего скажи, я спать хочу. Я пьявый. Яна, ну дай, дай теперь Диме. Так, отойдите вот туда. Вот туда отойдите от костра. Яна! Яна, ты меня слышишь? Вот туда отойди. Дима, Дима, вот туда отойдите от костра. Сюда!
пузыри. Это он сюда вот. Получилось, прилетел. Пошел к золотогире. Давай пускай, я буду пускать. Нет, потом мне, потом тебе, а потом ей. Лейся, лейся. Смотри, какие пузыри будет. Мы поймали два. Еще один. Не вылетел. Лейся, 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 я же говорю. Надо вот так постучать сверху и будет литься. Сейчас вас это всех съест. Сейчас она вас съест. Серьезно? Да. А что же вы ушли отсюда? Ну, мы тут. Не понравилось здесь, да? Нет, там. Марина. Марина. Ой, Иришка. Приятно посмотреть, как другие моют посуду. Слушай, а между прочим, я что-то сейчас сижу и о вас думаю. И что ты о нас думаешь? А я думаю о вас, думаю, сегодня не ходила, с Яночкой не общалась, а еще... Живы ли, здоровы ли? Вот нет, утром только виделись. На самом деле, вот Ириш, честно слово, сижу о вас думаю. А еще вспоминаю, думаю, какая Иришка молодец, она всегда посуду моет. Рыбка-то копченая еще осталась. Зачем? Да хоть поесть напоследок. С собаками уже встречаются. Ты тоже меня ругаешь, да? Ну а где рыба-то? Где? Конечно. Растет. Бета, все, Бета. Хорошо, он там наверху стоять. Бета, я накажу тебя сейчас. Критично вдаль смотреть. Ну-ка, иди сюда. Иди ко мне. Тебе непонятно, что ли? Ронча! А рыба-то где? Ронча, меня тут чужие собаки лают. А ты ему туда охраняй, пожалуйста. Я говорю, рыбки у меня осталось в кастрюле. Алёшка еще не вышла? Нет, а вчера на вас собачки гавкали? Сейчас, Яна, мы еще папу не встретили. Видишь, все выходят, а папы нет. Вета, иди сюда. Вета! Ну что, пятится, пятится.
Конечно, такой страшный зверь. Надутый красный зверь. Спокойно себя веди. Вот это. Алёша сказал, что его не снимать, он без рыбы. Не подвезли рыбы сегодня, не подвезли рыбы. Как это? Лучше бы я вчера убил. Александр, не суди так строго. Это? А ребята, запустить в воду. Привет, Зай. Люди не уговорили. Собачку дайте, что мне. Как старается. Хвостик. Главное тут хвостик не замочить. Она ползет. Плывет. Яна, отойди. Все, еще раз лето хочешь? Да тихо сразу. Шурик, потом иди к Нике, с зеленью фотографируй. Да нет, нет, слушай, не уйди. А это вторики. Жалко. И это тоже называли. А наш-то самый большой? У него и в том году был тоже самый большой. Рыбацкий стрип. В прошлый раз мы... Опа, с России... Да, бегуны. Пардон. Чашки мы масок на морде. Из принципа, мне кажется. Нет, они не знали. Они не знали, что он сюда принесет. А что же ему тогда отдавали? Просто думали, они там варить будут кухню. Ее не, некуда нам делать. Подключу ваш. Поддержали его. Звезду бери, Леха. Леха, звезду рыбу, бери. Черную рыбу, черную рыбу. Да не рад, пожалуйста. Сам на Кубина стреляешь. Звезда интересная, фигня, красочка. Звезда. Ты натягивал там Соколова. Да. Я помню, что я был вообще какой-то в двойке, что ли, от этого на серфинге кататься. Да. Я задубил, как собака в нем. Такой дебаг мне. Холодный вообще. Два костюма натягивают на себя. Да, я помню, что вы только два костюма. Какие были. Выходил таком светлым. Он у нас стоит желтый. Вот. А рядом с ним. А как? Поэтому форму вы предоставляете. Это самое. А? Есть тетис? Нет. Это принцип это тетис. А есть акватес? Был раньше тетис, да? Ну, не так. Помаленьку помогали. А эти-то более крупные, по-моему, серьезные. Это крупнее, да? Конечно. Десятки раз. Яна тоже получила за свои визги. Мама, удалекушка. Спасибо, не забыла сказать. А, Алена, ты спасибо сказала? Молодец.
Анна, за участие. Почему? Это у тебя что? Тоже рак. Я... Такая же рак. 13-е место. Ё-моё. Ну почему 13-е? Алёш, у тебя же что-то было такое, да, по-моему, когда-то. Лёш, 13-66. Это самый лучший цифр. А да. Нас тоже я кусок.